Угрюм и одинок, грозой оторванный листок. Я вырос в сумрачных стенах, душой дитя, судьбой монах. Гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим удовольствием, но без участия. Во мне два человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Но дьявол, сокрушитель благ земных, блаженство нам дарит на краткий миг, чтобы удар судьбы сразил сильней, чтобы жестокой тягостью своей несчастье унесло от жадных глаз все, что ему еще завидно в нас. Когда хвалят глаза, то это значит, что остальное никуда не годится. Нет ничего парадоксальнее женского ума. Женщин трудно убедить в чем-нибудь. Надо их довести до того, чтобы они убедили сами себя. Когда мы женщину обманем, тайный страх живет для нас в молодых ее очах, как в зеркале, вину во взоре том мы различив, укор себе прочтем. Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. Меня могила не страшит, там, говорят, страдание спит в холодной вечной тишине. В лета надежд не прячут слез. Любопытство, говорят, сгубило род человеческий. Оно и поныне наша главная первая страсть. Так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть. Покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильной рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну. Пускай теперь прекрасный свет тебе постыл, ты слаб, ты сед, и от желаний ты отвык. Что за нужда? Ты жил, старик, тебе есть в мире что забыть, ты жил, я так же мог бы жить.
печальна жизнь в могиле золотой. Поверьте мне, немногие из них могли собрать плоды трудов своих. Он жил, он знал людей и свет, он злом не мог быть удивлен, добру ж давно не верил он, не верил только потому, что верил некогда всему. Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные, но я не угадал этого назначения. Никогда не должно отвергать кающегося преступника. С отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее. Давно отверженный блуждал в пустыне мира без приюта. Вослед за веком век бежал, как за минутою минута. Однообразной чередой, ничтожной властвуя землей, он сеял зло без наслаждения. Нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. Важные эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра геройства, неизвестно доселе тлевшая в груди его. И тогда он совершает дела, о которых до сего ему не случалось и грезить, которым даже после он сам едва верует.